Здравствуйте, я Хиллари, жена пастора Дерека. Я очень рада, что мне выпала эта чудесная возможность поделиться с вами словом о молитве на иных языках. Я в восторге от этого. Молитва на языках кардинально повлияла на мою жизнь. Я молюсь о том, чтобы вы начали молиться на языках или стали больше молиться на языках, потому что это несет большие благословения. Я хочу начать со Слова Божьего. Давайте откроем второе послание Тимофею, 3 глава, 16 стих. «Все Писание Бога вдохновенно, то есть вдохновлено Богом. Предположим, у вас есть шарик, и вы надуваете его. То же самое сделал Бог. Он вдохнул свое дыхание в Слово, дав ему жизнь. И эту жизнь получает тот, кто принимает его верой. Оно полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Сегодня не будет обличения, исправления или наставления, но я хочу поговорить с вами о ценности молитвы на иных языках. Прочитаем фрагмент из книги пророка Иезекииля, 47 глава, где говорится о реке жизни. Когда мы молимся на языках, река жизни начинает течь из нашего духа, через наши уста, принося удивительные перемены. Итак, я прочитаю 9 стих. «И всякое живущее существо, присмыкающееся там, где войдут две струи, будет живо, и рыбы будет весьма много, потому что войдет туда эта вода, и воды в море сделаются здоровыми, и куда войдет этот поток, все будет живо там». А теперь 12 стих. «У потока по берегам его, с той и другой стороны, будут расти всякие дерева, доставляющие пищу. Листья их не будут увядать, и плоды на них не будут истощаться. Каждый месяц будут созревать новые, потому что вода для них течет из святилища, где живет Бог. Плоды их будут употребляемы в пищу, а листья — на врачевание». Бог, как всегда, всегда задумывал исцеление для нас. А теперь откроем книгу Откровения, 22 главу, с 1 по 3 стих в переводе короля Якова. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца, среди улицы его и по ту и другую сторону реки, древо жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему». Молитва на языках высвобождает реку жизни, которая течет из вашего духа, где живет Дух Святой. Это река исцеления. Вы можете получить слова мудрости, знания и пророчества. Она превосходит наш интеллект. Разве это не удивительно? Мы можем молиться в совершенной воле Божьей каждый раз, когда молимся на иных языках. Все эти дары не принадлежат нам. Дух Святой использует их по воле Божьей, благословляя не только нас, но и других людей. Это выше нашего интеллекта. Наш интеллект и то, что мы знаем о ситуации, может мешать нам. Мы начинаем молиться о том, что, как мы считаем, нужно нам или другому человеку. Но Дух Божий молится напрямую от Бога Отца. А Бог прекрасно знает, что нужно именно нам. Как я уже говорила, это выше нашего интеллекта, и в этом скрыта совершенная воля Божья. Эти дары не принадлежат нам. Это не наш дар. Это все принадлежит Святому Духу. И именно Он позволяет нам молиться даже за тех людей, которых мы не знаем. Иногда бывает так, что я вижу лицо в разуме. Я вижу чье-то изображение. Возможно, я видела этого человека по телевизору, или видела его по фото, или просто слышала о нем. И когда я провожу время с Господом, то Его Дух напоминает мне об этом человеке. Господь научил меня молиться за них на языках, на месте, там,
Хоть я и не знаю, что происходит, и могу никогда и не узнать об этом на стороне вечности. Итак, это позволяет нам молиться за других, даже за тех, с кем мы не знакомы. Мы можем молиться о глубоко личных вещах, которые Бог никогда не откроет другому человеку. Не верьте тому, что Бог открыл кому-то что-то о вашем прошлом. Это то, как я понимаю Господа, и мой опыт в хождении с Господом. Он не делает этого. Как-то очень давно ко мне подошел один человек и сказал: «Так говорит Господь». И это была ложь. Тогда я подумала, даже если бы это было правдой, то разве мой Отец, Бог, открыл бы это кому-то? Конечно, нет. Он открыл бы это мне. Возможно, в крайнем случае, если человек долгое время не слушает Бога, он может использовать кого-то для этого. Но он сделал бы это с большой любовью. Это позволяет нам молиться тайнами. Я считаю, что это удивительно. Мы можем молиться тайнами, можем нести Божью волю в этот мир, в наши жизни. Мой разум не задействован в этом. Сказано, что когда мы молимся на языках, разум не задействован. Как я уже говорила, если бы мой разум был задействован, то он лишь испортил бы все. Он лишь ограничивает Святой Дух. Иногда Дух Святой может дать нам слово мудрости, знание или пророчество, но это всегда остается даром Святого Духа. Я поняла одну вещь, когда пошла в библейскую школу. Не стоит быть человеком, недостижимым для слова, потому что ваша плоть может мешать вам. Мы не хотим этого. Мы хотим принимать Слово Господа. А оно приходит, когда мы молимся на языках, когда поклоняемся Богу. Обычно в такие моменты мы даже не думаем о том, чтобы получить Слово для кого-то. И это позволяет нам молиться в ситуациях, которые настолько ужасны, что разум не способен справиться с ними. Мы просто не знаем, как молиться за них. Например, взрыв в Бейруте. Я была в шоке, когда узнала об этом. Я была очень благодарна за дар иных языков, потому что я сразу начала молиться за тех людей. И мы видели чудесные истории спасения в Ливане. Бог защищал жизни людей, и все это не ограничивается нашим слабым пониманием ситуации. Молитва на языках, как я считаю, это самая чистая форма молитвы. Это та молитва, которая касается сути вопроса. Наверное, я поделюсь с вами этим. Я не была уверена, стоит ли мне рассказывать. Это касается меня и пастора Дерека. Мы были в одной церкви. Пастор Дерек практически не замечал меня, а я считала его лучшим парнем в мире. И в церкви, конечно. У нас была молитвенная группа, на которую приходил Дерек. Питер Эдвуд, наш хороший друг, когда мы все молились на языках, сказал: «Дерек и Хиллари, у меня есть слово для вас». Мне стоит сказать, что я знала маму Дерека, мы были подругами. Она живет в Швейцарии. Она пригласила меня провести Рождество с их семьей, потому что я оставалась одна. Они знали, что мы вместе полетим в Швейцарию. Питер сказал, что Господь открыл ему, что мы с Дереком должны каждое утро приходить в какое-то спокойное место, не в квартире его матери, потому что она не поняла бы этого, и молиться там на иных языках все то время, что мы будем там. И мы были прилежны в этом деле. Люди смеются, когда слышат об этом, но единственное место, где мы могли молиться, это лес. Итак, мы шли в лес каждый день и молились на языках. Это было чудесно. Мы могли говорить громко. Рядом не было никого. И так мы молились, молились и молились. И где-то через неделю после Рождества мы снова пошли в лес, чтобы помолиться вместе. И неожиданно пастор Дерек положил мне руку на плечи. Я хочу объяснить вам кое-что.
Я не говорю, что так должно быть у всех, но в те времена мы считали, что прикасаться нельзя, если только ты не настроен крайне серьезно в своих отношениях. Итак, он положил руку мне на плечи. Да, мы думаем, вы понимаете, что я ощутила. Я вспоминаю роман, чувства и чувствительность. Старшая сестра была влюблена в одного человека, потом ей сказали, что он женат. А потом он приходит в гости, и ее мать спрашивает от ее имени: «Как дела у такой-то и такой-то?» Он отвечал: «Она в порядке». «У вашей жены?» А он отвечает: «Нет, я не женат. Я не женился на этой девушке, на ней женился мой брат». Тем не менее, героиня начинает плакать, и в то же время то же самое сделала и я. Бедный пастор Дерек подумал, что сильно обидел меня. Но все было совсем иначе. Мы говорили вчера с Дереком, и я спросила: «А когда ты сделал мне предложение?» А он сказал: «Я не помню, чтобы я делал предложение». И я подумала, что тоже не помню. Как бы странно это ни звучало, но рука на моих плечах фактически стала предложением. А через 6 месяцев мы поженились. Это стало сюрпризом для многих. У Дерека никогда не было девушки, а у меня парня. Люди думали, что мы не были особо близки. И так оно и было, вплоть до того чудесного момента. Мы просто молились вместе. И я верю, что мы молились вместе за наше будущее. Если бы я знала об этом, то я бы все испортила своим энтузиазмом. И так в итоге мы поженились. Я не могу утверждать, что так случится со всеми остальными. В итоге я поняла, что молилась вместе с Дереком за наше будущее вместе. Но тогда мы не осознавали этого и не могли испортить этого, потому что не знали, о чем молились. В другой раз я также много молилась на иных языках. Мой отец был членом одной нехристианской организации. Мы не особо задумывались об этом, пока я не родилась свыше. Тогда я поняла, что это неправильно и нехорошо. Я поговорила об этом со своим отцом. Я сказала ему: «Папа, я переживаю за тебя». А он сказал: «Ты переживаешь за меня? Это я переживаю за тебя. Я родилась свыше и молилась на иных языках». А потом он... Нет, простите. Господь сказал мне, что я должна принять решение. Я должна сделать выбор между моим отцом и Господом. И если я выбираю Господа, то должна переехать из дома в свой маленький домик, который мои родители купили мне. До этого времени они сдавали его в аренду, а тогда он стоял пустой. Я помню, как молилась всю ночь, говоря: «Бог, Отец, я хочу бояться Тебя больше своего отца». Мне кажется, что в ту ночь я не сомкнула глаз. И когда утром я увидела своего отца, то сказала: «Папа, прости, но ты должен сделать выбор между этой организацией и мной». И без малейшего колебания он сказал: «Я выбираю их». Я сказала: «Тогда я ухожу». «Хорошо, уходи». Я собрала сумку и уехала. Это было очень трудное и чудесное время, потому что я приблизилась к Господу в своем маленьком доме. Одна женщина-евангелист приехала в церковь в то время. Она остановилась у меня дома, и как-то раз она сказала: «Давай помолимся вместе. Давай молиться на языках». Я могла молиться не больше 5 минут. Я помолилась и остановилась. А она сказала: «Ты называешь этой молитвой?» «Да». Она сказала: «Это не молитва. Мы будем молиться час». И мы молились, и мы молились. По правде говоря, я была полностью истощена. Но она заставляла меня молиться все то время, что была там. Всего 3 дня. Но удивительно то, что это стало нормой для меня. Каждое утро перед тем, как делать что-то,
Я садилась в свое молитвенное кресло и молилась на языках как минимум час. И так каждый день. Мой пастор заметил, что после того, как я начала делать это, я начала получать слова мудрости или знания на служениях. Такого не было раньше. И я была счастлива. Мне было грустно, потому что мне пришлось покинуть семью, но Бог воссоединил нас, и мне удалось привести моего отца к Господу. Я не сказала ему больше и слова, но он перестал встречаться с людьми, с которыми встречался ранее. Он не впускал их в свой дом. Он действительно родился свыше. Иногда нам приходится платить цену, но нас ждет великая награда. Давайте вернемся к Писанию. Во второй главе книги Деяний в 4 стихе сказано: «И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Как я уже говорила, молитва на языках — это самая чистая форма молитвы, потому что мы молимся от нашего Духа через Дух Святой, который живет в нас. Мы молимся верой, доверяя Духу Святому, в каждом слове, которое произносим. Я хочу поделиться с вами данными некоторых медицинских исследований. Исследование под названием «Молитва на иных языках», о котором вы узнаете на Ютубе, было проведено Университетом Пенсильвании, доктором Эндрю Ньюбергом. Он изучал феномен молитвы на иных языках. Он говорит, что привычные языковые центры мозга активируются во фронтальных долях. Я не знала об этом. Фронтальная доля мозга — это та часть, которая отвечает за речь. У него возник вопрос, что происходит с мозгом человека во время молитвы на иных языках? И он увидел на снимках, что когда люди молились на своем родном языке, английском, например, фронтальные доли мозга были активны. Но когда люди молились в духе, снимки показали, что фронтальные доли практически не активны. В первом послании к Коринфянам 14:14 сказано: «Хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода». И мы видим доказательства тому в снимках исследователей. А передняя часть мозга, которая активна во время молитвы на языках, активна лишь при молитве на языках. Это доказательство того, что молитва на языках является сверхъестественной. Я понимаю, что передняя часть мозга используется крайне редко. Доктор Ньюберг увидел, что люди, которые молились на языках во время сканирования мозга, отражали в эмоциях то, что происходило с ними в духе. Доктор Ньюберг сделал два снимка мозга пастора. Один, когда он молился на английском, и второй, когда он молился на языках. И возникает вопрос, была ли между ними разница? Да, была. Когда он молился на английском, то фронтальная доля, которая управляет речью, была активна. А когда он молился на иных языках, то по большей части фронтальная доля мозга была неактивна. Доктор Ньюберг сказал, что результаты усиливались, когда человек оставался сам в комнате, и когда команды не было рядом, а также когда ему не говорили молиться на языках по требованию, а когда он поклонялся Господу, а потом сам переходил к говорению на иных языках. Он сказал, что снимки, сделанные в тот момент, подтверждают, что есть часть мозга, которой мы не можем управлять. Но эта часть активна, когда Дух Святой ходатайствует через нас. В первых исследованиях доктор Ньюберг рассматривал, что происходит, когда молятся буддийские монахи и монахи-францисканцы. Оказалось, что их мозговая деятельность идентична. В их случае активность фронтальных долей сильно увеличивалась, когда они молились на родном языке. Но результаты людей, говорящих на языках, отличаются.
Доктор Ньюберг говорит, что он не пытался что-то доказать. Он может лишь рассказать о том, что происходит в мозгу, а не почему. Доктор Карл Питерсон из США исследовал последствия длительной молитвы на иных языках. Люди задавали ему множество вопросов. Он сказал, что это приносит пользу иммунной системе человека, которая усиливается благодаря химическим продуктам, выходящим из части мозга, которая по большей части неактивна. Это очень интересный вывод. Кроме того, он пришел к тем же выводам, что и доктор Ньюберг, а в этом они сошлись. Питерсон говорит, мозг выделяет продукты, которые стимулируют иммунную систему тела. Молитва на языках длительное время приводит к активной стимуляции определенных частей мозга, особенно гипоталамуса, который напрямую влияет на четыре основные системы тела — гипофиз и эндокринные железы, иммунную систему и на всю вегетативную систему, на производство эндорфинов. Количество этих гормонов особенно возрастает, например, при беге, при физической активности. Кроме того, он влияет на производство энкефалинов, химических веществ, которые в 100-200 раз сильнее морфия. Мы видим, что большая часть центральной нервной системы активируется в процессе длительной вербальной молитвы на иных языках. Эти медицинские исследования показывают, что длительная молитва на языках улучшает общий иммунитет. Когда вы молитесь на языках, вы укрепляете свою иммунную систему. Тем не менее, если вы будете редко молиться на языках, вы не увидите серьезных перемен. Если вы лишь регулярно будете молиться на иных языках, то увидите перемены в своем здоровье. Я пережила это сама на собственном опыте. Если я заболевала, то активнее молилась на языках, и инфекция быстро уходила. Например, если я получала травму, она быстро заживала. Иисус обещал нам дать Святого Духа. В Марка 16 главе, 17 стих, мы читаем: «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками». Иисус говорит, что это хорошо, и это значит, что это хорошо. Его мнение — это единственное мнение, которое важно. Писание — это единственное мнение, которое важно. Что бы вам ни говорили, Писание важнее всего. Когда Павел пошел в Ефес, то нашел там новообращенных. Он сказал им: «Приняли ли вы Духа Святого?» А они сказали: «Мы даже не слышали, что есть Дух Святой». И он крестил их во имя Иисуса. А потом он возложил на них руки, и Дух Святой сошел на них. Они начали говорить на языках и пророчествовать. Их было 12 человек. Павел сказал Коринфянам: «Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то, хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода». Мы видели это в исследовании доктора Ньюберга. Иуда говорит: «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым». Мы молимся верой, доверяя Духу Святому в том, что Он даст нам слова. Было еще одно медицинское исследование. Простите, я не буду предельно точно рассказывать, но я слышала, что люди, которые много молятся на языках, улучшают свою иммунную систему на 30%. Это серьезно. И знаете, я хочу ободрить вас. Это реально. Важно, чтобы мы молились за членов нашей духовной семьи. Мы все столкнулись с локдауном и постоянно находимся рядом. Я знаю, что иногда у людей бывают проблемы с темпераментом.
У нас есть враг, который рад воспользоваться этим. Вот почему вам стоит молиться на языках за ваших мужей. Каждый день уделяйте 3 минуты. 3 минуты в начале дня. Мужья, молитесь на языках 3 минуты за ваших жен, а затем за детей. Мы с пастором Дереком живем в достаточно большом доме и можем молиться одновременно, находясь в разных комнатах. Но вспомните Джона Уэсли. Его матери было 17 детей. Когда она хотела помолиться, то накрывала голову, и дети знали, что должны замолчать. Она молилась. Я не говорю, что вам нужно надевать мешок на голову, чтобы потом молиться перед всей семьей, но есть способ. Я поняла, что прогулка с молитвой на языках — это чудесный метод. Я одна из немногих, кто любит носить маску. Ведь когда я в маске, никто не видит, что я молюсь на иных языках. Я хочу помолиться за вас сейчас. Отец во имя Иисуса, ответь тем, кто действительно ищет Тебя и хочет получить дар молитвы на иных языках в Твоем Духе. Господь, я прошу Тебя, крести их в Духе Святом прямо сейчас. Ты крестишь людей во имя Иисуса. Аминь. Наше служение проходит каждое воскресенье в 11 утра и в 6 вечера в Cheney School Hall.